Хайо, ребята, с вами Фибоначчи, мы продолжаем играть в Halls of Torment, и пора попробовать нам последнего нового героя, воительница, аркебузой. Одиночные снаряды, кидает гранатами, магический урон по площади, радиус 2,5 метра, зависит от многократного удара, получает неплохой бонус к урону на уровне. Потратил. Скорость атаки я купил за 10 тысяч. И ничего больше не покупал. Так, тайник с предметами. Все одето. То есть я зашел, потратил, но играть не стал. И, собственно, все стандартное. Криты, скорость атаки, базовый урон. И поехали. Надо проходить здесь. Надо сейчас нанести астрономическими сферами урон. А это фигня. И пойдем мы вот зал мучи... Нет, забытый виадук в режиме агонии. Руку сразу дали. Так, вот я в прошлый раз... Ой, а что за книга? Ну-ка, отвали. Это же я не книгу взял. О, нифига. Куря с градом. Да у меня таких и не было. Дух воина. Призывает неподвижного духа воина, который проводит по ближайшим врагам ближние магические атаки. Так, но мне нужны астрономические сферы. Берем их. Вот, берем теперь птицу. Стараюсь ее не потерять. А, она уже полетела. Криту. Бегом, бегом, бегом. Не терять ее из вида, надо ее догнать. Куда-то же она должна привести. Там типа написано, вокруг какого-то места летает куча воронов. И все, и ничего такого особенного. Лучше я ее буду обгонять. Она когда каркает, походу, она увеличивает скорость. А может это вообще просто так? И мы просто бесконечно бежим в одну сторону. Скорость. Там можно было реген взять. О! Уже поздно. На обратном пути, да? Если он вообще будет, этот обратный путь. Элитный. Опасный. Блин, птица улетела. Ай. Слушайте, да походу это просто птица. Никуда она меня не приведет. Урон-то нормальный. И криты, я смотрю, нормальные вообще. А гранаты где? Нет гранат. Где гранаты? 80 к базовому умению аркебуза. Минус 15 площадь гранат. 20 к регенерации. Ну я вот это возьму, наверное. А где гранаты? Ты ими вообще кидаешь? Я ни одной гранаты не увидел. Он ими не кидает. Она. Урон. Птица! Птица! Все.
Просрал я ее. Нет, не просрал. Она за мной возвращается. Значит, она не просто так. Значит, зачем-то нам нужно в эту сторону бежать. Челики с щитами. Блин, я опять ее теряю, начинаю. Еще один элитный реген. С щитами блокирует мой урон. 10. Элитных пока не вариант убивать. Где гранаты? Гранаты, походу, не работают. Птица, ну стой! Она меня опять бросила. О! А, вот, наверное, мы и пришли. Скорость атаки. Однозначно. Так, надо ломать этот. Это как еще целый мини-босс. Левел давай. Урон, ну, снаряды. Снаряды именно какие? Любые. Урон прибавился. Хорошо. Вон, криты проходят. Астрономические сферы, урон. Давай, раз их надо качать, будем их качать. Элитные потом. Сначала эту штуку сломать. Так, закрывает меня здесь. Не дают мне стрелять по ней. Площадь к крит урону. Давай, крит урон там уже по 2500, будет еще больше. Эх. Ну, чуть-чуть рискнуть придется. Понять, что это такое. Реген. Там скорость передвижения еще классовая будет. Вали. Чтобы по боссу и по этой штуке. А, тут уже две этих летает. Нет, элитная одна. Почти сломал. Скорость. Все, сломал. Какая-то сфера. И куда ее? Дальше налево? А может никуда, просто сфера и все. Наслаждайся, типа. Опа. А тут тупик, все. Они меня сейчас прогонят отсюда. Голем. А вот и дух воина появился. Но тут уже. О, да, два элитных, ты я же сказал. Два элитных летает. Вот мне эти духи. Они, кстати, неплохо сюда подходят. Если я постоянно бегу назад. 20 регенераций, да. Пришлось сейчас пострадать от этого гроба. Это, возможно, персонаж новый откроется. Какие сладенькие точки проходят. Шанс увеличить еще. Может, тебя успею убить? Да успею. Не так-то у тебя много здоровья, как казалось. Реген еще. Где гранаты? Я слепой. Я ей-богу не вижу этих гранат. Тут же можно посмотреть уже нанесенный урон. Наносит урон, а я их не вижу. Ну и нафиг тогда они не нужны. Эй, ты. Тоха на тебя. А где и второй был? Это тупо золото. Блин, и сразу босс пошел к нам на лошадке. Коцаем, коцаем его. Скорость атаки. Регены я там уже понабрал. Этого тоже сейчас быстро, сейчас он обратно побежит. Скорость атаки аркебуза. Да, гранаты убираем, все на аркебузу. То есть тут вот как такой выбор предоставляют, типа. Либо ты то качаешь, либо другое. Да нифига меня избили. Тогда нужен реген больше. Раз уж я так постоянно подставляюсь.
О, нифига, поднялась неплохо скорость атаки. Сейчас прям вот вообще заметно. Защита, сила, блок, урон. Это умение. Радиус гранат. Не надо, минус 30 урона основное оружие. А я уже раз взял, да? Офигеть. Или нет? Ты взял раз, наверное? Дерьмо-то какое, а? Говно всякое мне подпихивают. Тут можно билд сломать. Этим надо аккуратно быть. Где? Он уже сейчас должен сюда добежать. Тварь. Ударил. Сферы. Они... Ой, нифига. Я почти умер. Мне нужны хилки. Этот летит, не отстает от меня прям. Чё пристал, блин? Лошадкова убить? Бесит. Скорость движения давай. Вот он опять бежит со своими этими. Падла. Теперь по той стороне. Приходится постоянно на него смотреть, отвлекаться. Что это была? Перезарядка, что ли? Почему перестал стрелять какое-то время? Тебя я вообще быстро сейчас уже убил. Ну что это одно золото? Да иди ты нахер! Летают вокруг меня. Коты. Тяжеловато тебе будет выжить здесь. Летит за мной прям. Он еще один. Тоже как пристанет. Лошадка, падай. Хотя ты, у тебя предмет будет, да? Он мне не особо-то нужен. Мощь, урон, гранаты. Вот снаряды, преданность. Это больше урона. О, все, лошадку добиваем. Давай, дохни. Крит, хорошо. Предметы. Бутыль. Стандарту. И даже не улучшенные. Бесы, не надо. Базовый силе блока, не надо. Тип урона вашего основного оружия на ледяной. И 15% заморозки дает. Ну а на что менять? Ни на что. Мои лучше. Крит разве что убрать? Нет, криты хорошие. Криты нельзя убирать. Урону. Ковыряем, ковыряем босса этого дебильного. Есть эти горгульи. Падай! Падай! Буря с градом тоже не видел. Можно взять, попробовать. Вон она появляется. Начинает замораживать. Многократный удар. Давай-ка начнем. Ой, да я уже почти этого убил. Ну вот он меня коснул. Это я его сейчас пристрелил моментально. Защита нужна, что ли? Вот. Не? Хилку. И хилка. Скорость атаки увеличилась. Сразу убить элитного. Паровая аура давай. Слишком много говна рядом со мной бегает. Здоровье.
Нет хилок. Эти жирные какие. В принципе, реген быстрый. Не подставляться под удары, я так отрегенюсь. А ты бесишь. Это тебя быстро убивает. Блин, ну вот я отвлекся на нее, посмотрел и подставился под две тычки. Тут плохо. Шанс на крит. Так, вот, 20% к защите. Без хилки опять. Да сдохни ты уже. Да ими черепами, блин. Желтый еще идет. Аура. Так, вот он летит опять. Кусок говна. Хана тебе. Собрали с него все золото. Хилки не было. Значит, пока только на реген рассчитывать. Урон от заморозки. 10% шанс на заморозку. Сродство со льдом. То есть, может, тебе все же кольцо поставить? Вот это, если мы сейчас уберем. У тебя какой шанс на крит был? Ну. Небольшой, да? Попробуем поменять на ледяной урон. Осколки. Или что, иглы? Давайте лезвие. Хоть и дерьмо. Скорость атаки аркебуза. Многократному удару гранаты. Урон снарядов. Баланс. Баланс. А, это еще эти. Нифига он урона мне сейчас ушатал. Защита, ну тебя нафиг. Он сейчас так еще раз ушатает. Блин, привидение, я забыл про вас. От него подальше держаться. Силу блока, может? К нему близко подходить нельзя. Ой, вот морковочка. Но она, блин, совсем чуть-чуть лечит. Я руку взял. Скорость атаки. Да это и будет тут сложно очень пройти. Буря с градом. Урон больше. Потому что я вспомнил, по привидениям надо массовый урон. Хороший. А тут его нету. Базовому умению аркебуза. 80. Убивай, убивай урода уже. Все, убил. Но тычку ненужную получил. Но теперь зато опасно по мне так никто не пуляет. Все, меня зажимают. А, хорошая хилка. Была, была, что-то было такое, да? Скорость атаки была. Тут больше заморозки. О, резко урон по 1000 стал. Но это может из-за бафа? Чё, мне сюда надо снова читать? Не надо. Скорость бега. Так, давай, отправляй. Новые бесы пошли. Да вы бесите! Одни тормозятся, другие быстрее. Больше. Блок, защита. Может как-то через... Блин, но меня оттуда выгоняют, они оттуда летят. Неудобно. Ай, это было лишнее вообще. Реген. Жить, как-то жить.
площадь. Вон, идет. Стрелок, что ли? Стрелок. Но если мне надо смотреть на него. Летов призывает. Да блин, идите нахер! Сложно бежать мне в ту сторону, не дает он. Не только он, еще эти бесы дебильные. А эти вот призывалки, они меня только отвлекают. Первый, надо было защиту. Ну ладно, уже что взял. Чуть больше на защиту. Пережить это все. Как замораживание это работает хорошо, да, по этим скелетикам? Вообще по толпе. О, кстати, растения. Куда вот мне идти? Мне опять оттуда выгоняют. Скорость движения, давай. Тупо меня выдавили оттуда. Многократный удар. Первый. Может, вас больше станет когда-то. Больше станет, наверное, за счет многократного удара как раз. Бой на 20 уронов. Снаряды. Бери снаряды, техник. Убил. Там тупо золото же. Толстая шкура. 20 урону снаряды. Баланс. Те. Теперь еще поджог, и меня тут тоже лагать начнет игра. 5 элитных. То есть не успеваешь от одного избавиться, как идет следующий. Нанести урон духом воина. Вот. Не наносил до этого, да? 750 тысяч уже есть. А если тебе еще урон взять, так, шанс крита. 5% очень маленький шанс. Нифига. Тут я бы сдох. 10 тысяч урона одним ударом. Да уже наносил и 15 тысяч вроде. Первый. Выгнали меня оттуда опять. Так. Одни стрелки. Вообще ничего не могу сделать с ним. Это началось полное изнасилование. Мощь, может, мощь что сделает? Хоть не верится. Да капец. Спасает вот эта массовая заморозка. Первый. Первый вообще не спасают, бесполезное дерьмо. И герой не очень. Че это, одна тычка насквозь? Типа она тоже как убийца боссов, но хуже, чем лучница. Сейчас волны запускать будет. Может, мы когда-нибудь даже эту летунью убьем. Мне нужен хороший какой-то бурст. Вряд ли мне вот это поможет с бурстом. Первый улучшить. Еще один элитный. Трое уже. Теперь черт. А тут сейчас где-то уже конец будет, да?
Давай сначала Летунию, блин. Куда противнее. Как вместе взятых. Да и слабей. Так, обходи круг. Основной круг этот обойти. И они увязываются за мной сразу. Вот этот косяк. Я их мне их не обогнать так. Хилку давай. Не дал. Трое элитных, блин, офигеть. Господи. Шанс крита. Ни здоровья, ни регена не приходит. Хилку дай, не дал. Лучник-то не опасен. Уже четверо ходят. Ай, блин. Но я, походу, на ней сейчас тут и отъеду. Дебильный герой. Все, там 60 здоровья остается. Бесы выгоняют просто. Убитые тут твари уже. Ай. Литного-то я, наверное, убил. Они вот дебильно летают вокруг меня где-то возле да около. Реген. Все, зря я сюда пошел. Не успеваю. Успел. Ух. 40 здоровья. Еще воскрешение есть. Дайте пройти. Упырки тупые. Летуны прекратятся, станет попроще. Вот прекратились. Передышка небольшая. Этого убей. Не летал он, падла. Хилка. Хилку дай. Не дал. Скотина, давай хилки-то, а? Тихийный всплеск. Огонь. Преобразовывает урон от призывов в огонь. Дает 5% шанс на ожог при попадании. Призывы орды исключаются. Не знаю, что это. Ну, возьмем. Интересно будет. Попало. Вроде только подхилился. Тварь сразу меня попала. Еще лишние 2 тычки. Да идите нахер! Вы не видите, он целился. Блин, да блин. Да все, опять началось. Крит. Меня может спасти хилка сильная. Хорошая хилка. Вот тут меня сейчас и зажмут они до конца, я уже не убегу. Но значит надо выходить в другую сторону. Все. А жить? Но поможет ли это? Не поможет вообще ни разу. Вот, блин, ну, жесть. Ты тут вообще не годишься, ничтожество. Герой ничтожества просто. Не только тут, ты никуда не годишься. Но они окружат сейчас опять. Скорость движения. Надо тебя ничего не спасет уже. Какая разница? Скорость движения, без скорости движения. Ни урона, ничего нету. Защиту давай. Может как-то переживем. Босса-то она, наверное, на ура убьет. А, гидра, все, до свидания. Что мы делаем? Я забыл про гидру даже. Да не, ну о чем речь? Одиночные атаки, ну такой бред. Скорость атаки прибавилась, а поможет ли?
Это надо гидру мочить. Да пусть живет, господи. Он будет стрелять постоянно, многократный удар. Все, он начинает меня закрывать опять. Ай. 20 к урону духом, дух воина вот это. Я не знаю, сколько там урона. Но будет побольше чуть-чуть. Осталось взять одну тычку. Ну, тычку пережил. Значит, еще одну. Не, ну ей-богу, она даже их с одной тычки не убивает. Только критом, только критом. Этот еще ходит. Все, ну его нафиг. Дебильный персонаж. Просто идиотский. Я не знаю, ее никуда не взять. Вот эти тычки одиночные, ну это бред. Худший персонаж. Единственное... Там надо проходить и снова за птицей, наверное, бежать. Потому что с этим предметом, скорее всего, надо было все вот это дело пережить. Я тогда, возможно, часть вырежу того, что творилось здесь. Потому что надо проходить на другом. Да вот, давайте призраки разрушителей попробуем вот этого. Снова. Мне он нравится, я просто хочу... Ему еще это кольцо поставить. А, его купить надо. А она денег заработала? Да. Его надо сначала купить, вот. Порождением и призыв. Так, и мы тебе одеваем скорость атаки. Защита здоровья, скорость передвижения, да. Вот так еще. Базовый урон и криты не надо. А куда оно делось? Почему его нету? Я тебя купил? Я тебя купил. А где ты? Нету. А, это варежки. Значит, скорость атаки мы меняем вот на это. Я перепутал. Значит, это кольцо мы тоже одеваем. 3000 есть. Можно что-то потратить сюда. Ну вот, например, скорость передвижения. Да, здесь оно надо. Ты очень уязвим. Это твой минус там. Пошли. Агония. За птицей надо бежать? Надо. Сразу это и сделаем. В эту сторону теперь. А, книга, книга, книга. Ну, уже поздно. Книгу потом. Иначе я бы сейчас... Она меня подождет, я уверен. Взять хоть книжку. Ой, еще появилась. Утренняя звезда. Раскачивает тяжелый железный шар на цепи по территории в виде восьмерки. Но нам сферы на тех заданий нету. Шанс на крит. Не подождала, да? Птичка. Вот, ждет. Молодец. Так, урон. Или скорость. Надо было скорость движения, потому что я сейчас от нее опять отстану. Атаки. Защита. Ну, ты не самонаводящий, прикольно. О. Я ее вообще могу обгонять. Урон, многократный удар. Однозначно да. Бери. Зачем взял-то? Язык огня давай.
Черт сразу появился. Единственное, им дольше элиты, наверное, убивать урон. Там был скорость. Этики пошли. Птица! Чё ты как-то тупо летишь? И мы всех прям. Урон, призыв. Здоровье, защита, скорость. Давай-ка пока на выживание. Хотя сейчас надо было на урон, потому что надо будет гроб ломать. Правильно же? О, еще один. А может гроб дает, усложняет все? Поэтому так сложно стало? Минус 20 урона основное оружие, 20 к порождениям, снарядам призыв. А основным оружием это и есть основное оружие. Сейчас я не отставал, она все равно меня начала как бы ждать. Скорости. А, смотрите, у нас плюс этот. Плюс один сразу. Одна сфера. Скорость атаки. Где птица? Пока шанс на крит. Вот она. Каркай, блин, надо бежать отсюда. Да, долго что-то мы летим. В прошлый раз быстрее было. Ну, сферы давай. Тут его бы убить, летуна. Там почти. Ну все, она не улетает. Ага, я дошел. Ой! Подожгли. Это я сейчас быстро сломаю тогда. И этого сейчас быстрее сломаю. Да, вот этот поджог, он работает редко, но метко. Заклинание. Много урона наносят. Это и по элитке было видно, и по гробу. А вообще здесь однозначно нужен нам поджог. Умри. Да оба вообще сдохните. О, драконь дыхание, да. Еще дальше. Буря с градом, дерьмо. Вот дух воина. Получается, их сейчас будет больше. Три, а не два. Да. Скорость атаки. Ему надо все брать, что на призыв. А теперь нету этой сферы. Буря с градом давайте так тоже. Сфер же не было, я же ее случайно не взял. Преданность на усиление. Второй. Сейчас жесть начнется уже. Площадь.
Мне не попадаются мои обычные защиты, давай вот попалась. А там что-то поинтереснее можно было взять. Я зачем-то тороплюсь. Защита. Ну вот, заморозку. Зачем? Почему оно стало попадать вообще? Мощь. Рид. О. Я тут полетел. Давай, сейчас здесь побежит. Опа, поджечь. Ай, вот это я лох, конечно. Пол хп я ему сразу отнял. И даже вам побольше. Сейчас в обратную сторону и все. Нет чувака. Основное оружие. Что значит основное оружие? Привидение то, что он выпускает. Умер. Да, берем усиленный доспех и бутылку. Только это надо сразу надеть. Здесь больше повезло с предметами. Урон. Выноси, выноси его сразу. Чем их меньше сейчас будет бродить. Сферы давай. Куда он делся? Так, урону призыв. Все, он сломался, офигеть, нет? Разница просто между двумя героями. Шанс на ожог. Ожог наше все, и предмет. Такая же, как у меня, только усиленная. Кольцо такое же, как у меня, только усиленное. Я хочу кольцо. Только вот не сюда. А можно и то оставить. Шанс на крит убрать. У тебя шанс какой? А, не, у тебя нормально. Пусть остается шанс. Выживание пока что. Минус 20 урона основное к порождениям снарядом призыв. Вот я больше не хочу, наверное, вот это качать. Да, давай. Их же больше станет просто, да? Их уже 5 вон. Сфер 5 уже тоже. О, хилочка. Ну и сейчас будем туда-сюда ходить, вот так. Собирать духовой на бонус криту. Шанс на крит для всех. Хотя это может только для меня. Не, должно для всех работать. Бочек нет. Затишье перед бурей. Возможно. Морковочки. Морковочки. О, летуны пошли. Здесь тут мне от них не убегать надо, а догонять их, чтобы поубивать. Защита. Ну да, основного урона не совсем хватает. Но это лучше, чем было сейчас с этим. Скорость движения, давай. Немножко постоим, убьем этого. Чтобы он никак не напакостил. Вот и все.
Давайте, дух воина, криты. Последнее, что можно взять. Пробивание давай. Хотя, надо было, может, молнию, это же тоже криты. Шанс на хрупкость. Давай, почему бы и нет. К тому же боссу. Лучники. Так, скорость атаки. Предмет. Упачки. Защиты, сила блока. Вот, улучшенная кепка. Улучшенную кепку и берем. И ставим. Это можно выкинуть. И это тоже. И это тоже. Так, ну и продолжаем двигаться. Вот у нас хилочка и морковка. Неплохо. Вот еще хилочка. Так, они что, пожирнее стали, летуны? Скорость движения. Зацепился об кого-то. Многократный удар, просто урон всем. Сферы, я думаю, тут должны просто обязаны наносить нужное количество урона. Тут только агония 2, да, у нас начинается. И вся жопа еще впереди. Шанс на хрупкость. Ну, поджоги, конечно, тут решают. Ой, так это элитный, я даже не увидел, у него он уже почти мертв. Основной урон — скорость атаки. Вот мне бы регенерацию, вот она там попалась. Потому что у меня ее вообще нету. О! Уже золото брать. Можно здоровье. Пока золото бери. Это потому, что зря я сейчас начал это брать. Мне надо было потом, когда я чуть-чуть прокачаю заклинание. Заморозки. Ну вот это оно надо. Буря с градом. Так, а чё, у нас там вот одно заклинание и рука. И колодец, собственно. Еще урон минус. Давай-ка вот весь урон. Без минусов пока. Самая жесть, она сейчас еще впереди будет. Ты противный очень тип. Надо тебя убить быстренько. Попадает постоянно своими дебильными черепами. Да ты задолбал. Он еще с разным интервалом стреляет. Бонус криту. Ну куда ты улетел? Да сдохнет где-то там. Так, ну вот первые призраки пошли. Ой, это что? Это, блин, они на меня сбоку обходят. Вот он вернулся. Утырок. Защита, сила блока. Сдохнуть собираешься? Нет? Реген. Астрономические сферы. Вот, не надо сейчас брать, оставим ее на потом.
Хоть я и могу ей хп вылечить. Но и опять же, хп тоже на потом. Попробовать, может, можно их как-то будет улучшить. А, многократный удар. А, погодите, тебе он, может, и не нужен. Но я уже начал качать. Скорость атаки. Сейчас тут потусим. Рядом со свиточком. Десятый левел. Реген. Вот когда они на месте стоят, они нормально стоят, танчат. Еще реген. Танчат, вернее, не подпускают ко мне. Вон он идет, пацан. Которого они сейчас смогут подпустить. Ага, нифига они его нахлобучили. Слушайте. Давай. Вот. Финал рывка и, ну, сначала сферы, значит, я и ту могу забирать. Потому что есть улучшение. Сферы вращаются вокруг духа воина и наносят врагам урон ударами. В конце рывка дух воина создает... Нет, давай вот это. Сферы вращаются. Ну и сейчас они его нахлобучат. Ну, правда, что-то слабовато пока. Вот они. Ведем его сюда. Преобразует урон от призывов в молнию. Дает 5% шанс на искру при попадании. Я даже не знаю, это хорошо, плохо. Но посмотрим, как получится. Да, ты жирный слишком, да? Покоцал меня, но тебе хана. Падай, упал. О! Маска Горгоны. Раз в одну секунду имеется 100% шанс применить замедление. Наносит 20 магического урона за каждый эффект. Каждую секунду, то есть. Радиус охвата впереди вас составляет 3 метра. При убийстве 10% шанс получить плюс 1 к здоровью. При убийстве с полным здоровьем 0,4% шанса получить плюс 1% к урону. Вещь хорошая. Когда вы умираете, печать ломается и оживляет вас. Замедление перед собой. Охвата впереди вас. Я бы взял рубашку. И, наверное, ее бы сейчас еще и надел надолго. Площадь. Во-первых, чтобы отхилиться, а потом, чтобы еще нарастить себе этот урон. Только как его поймешь, тут этот урон? Никак. Во-первых. Еще дальше. Так, надо двигать дальше. Пора отсюда уходить. Пила. Замаксил урон. Ну вот, хил вон пошел. Ну, драконье дыхание, что ли. Бонус к риту. О, астрономическими сферами 1,5 миллиона урона нанесли. Ну,
3 миллиона точно сделается. Защиту. Так, ТП пока не полное. Здоровье. Да что-то она как-то лечит не очень. Ну и урон она прибавлять будет также не очень. Но этого просто не видно будет. Пока не добавит 50%, потом уже будет видно. Многократный удар. Ай. А кто стреляет? А вон элитный был. Он уже умер. Офигеть. Я только успел его увидеть. Астрономические сферы. Началась жара. Мы примерно здесь убили нашу эту. Воительница. Защита. Вот, здоровье сейчас уже будет полное. Если никто не коснет, мы начнем. Что это? Астрономические сферы уже 3 миллиона нанесли урона сразу. Моментально. И чем больше народу, тем для них лучше. Так, не встаем в их спираль, окружающуюся. Не знаю, как тут проходить. Мощь. Стреляем в разные стороны. Больше поджогов. А там кто-то этими стреляет, черепами. Все, босс. Сотый уровень я набрал. Вон рука есть. Дух воина. Так, она руки создает, да? Я тебя не боюсь. Не боюсь. Ты хоть типа опасный. Стоп! Но я в два раза опаснее тебя. Понимаешь? От всего повернулся. Так. Ай. Попал, попал. Ну, молодец, ладно, попал. Ай. Целоваться это вы любите. Подходить в упор и засосать. Как настоящий мужик настоящего мужика. Блин. Управление теряю. Осторожно. Да дохни уже. Я даже один раз не хочу умереть. О. Ай, блин. Все. Добил шакала. Взял. Куда, блин, эту сферу отнести? Никуда не показывает. Значит, просто ее надо в это. Золото вот. Скажу-ка, я соберу заклинание, посмотрю, что с этой стороны. Все же смотрите, вот я нашел. Вот здесь написано же. Вот кольчуга, сколько мне брони в итоге. Здоровье и защиту каждый один уровень. 84. А вот капюшон сколько дал. Скорости. Скорости и... То есть 8-4%. Скорости 8-4% к базовой защите. Защита была 10, стала 115. Вот офигеть, да? Это вот эти предметы.
И эту, наверное, если я ее надеваю, она становится там же. Она показывает, сколько врагов с ожогами. Да, я даже и не замечал, что там все это дело нарисовано. Так, ну отправить-то я уже отправил, а винища не... уже поздно. Ну чё, 123 ляма урона. Ну? Сферы надамажили так, что дай боже. ДПС больше, чем от моих призраков. Буря. Ну вот видите, мало. Она тоже с самого начала. Ну ладно, я ее не качал. Была с самого начала, мало урон нанесла. И... понятно, появилась волшебница за то, что я вот это вынес. Или не знаю, за счет чего она появилась. Но это хорошо, что будет у нас новый персонаж для следующей катки. Потому что этих я перепробовал всех. Вот тут должен один появиться. И может вон там. Так или иначе, ребята, мы продолжим уже проходить в следующей серии. Ну а если понравилось видео, поддержите лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Фибоначчи, и пока. Пока.